Всем привет! Сегодня у нас две вот такие вот посылки, и я думаю, вы заметили, кто подписан на меня давно, что я последнее время, то есть последние несколько месяцев, не отслеживаю, что в посылке, и для меня таким небольшим элементом неожиданности получается, когда она приходит. Ну, естественно, там крупные посылки, которые я там очень-очень жду, я знаю, что внутри, и как бы ожидаю, что... Ну, а некоторые, вот как в этом случае, я, в принципе, не знаю, что это... Плюш Кейчейнс Динозавр Эх. Ага, вот это я уже угадал по названию. Это посылка из Том Топа, не помню, там доллар или с чем-то было. Акция, ссылка будет в описании. То есть акция, ну реально жирная там акция была. Вот Том Топа, вот она наконец ко мне пришла. И вторая посылка, здесь Electronic Components. Что за Electronic Components, хрен его знает. Давайте проверим. Итак, давайте, наверное, с Electronic Components и начнем. Многие уже с Том-Топа получили эту игрушку. Вот, я посмотрел, ну, как бы Том-Топ, не знаю, это было пиар-ход или действительно прогнали они там в магазине, ну, реально по бросовой цене продавали, она хоть и меньше, чем ту, которую продают за $15, но реально прикольная игрушка, у нас, как бы, она будет стоить намного дороже. Вот, ну и там яичко динозавров, которые в воде должны вылупляться. Потом оказалось, что можно кроме яиц еще любой другой товар взять. Вот, но я взял все-таки яйца. Итак, что это? Ага, это из магазина Banggood. Давайте будем собирать. Это D-Spinner. Давайте тогда распакуем в конце, потому что его собирать долго, я думаю, и поэтому мы соберем его в конце видео. А давайте тогда дальше пойдем распаковочкой вот игрушку, которую не терпится посмотреть. Жене будет подарок на 8 марта. А яйца сыну. Вот, поделился. Итак. Классная игрушка, мягкая. Но запах есть. Запах есть небольшой, но под хвостиком вроде не пахнет. Это же скунс или кто это? Такой печальный, печальный, печальный друг. Вот он так выглядит и... Это точно жене на 8 марта отличный подарок будет. Любимая, привет! Я шучу, у меня жена очень хорошая, очень добрая, и никогда такой вот не бывает. Класс, игрушка просто бомба, офигенно. Она небольшая, то есть, ну вот ладошка моя, или давайте вот нож, давайте обычный маркер сравним, да, вот. Такая вот она размером, но очень крутая, ну, она мне, ну, реально нравится, его можно на сумку повесить, таскать с собой, и просто если вас кто-то в магазине продавщица говорит, ну что, вы будете брать или нет, а ты берешь такую игрушку, отстегиваешь, такой подносишь к лицу и... И все без слов будет понятно. Реально классная игруха. Я не знаю, ну, наверное, и сын протащится. Надо было на несколько учеток создавать. У меня до сих пор просто, ну, магазин Том-Топ не славится своими там мега крутыми акциями и распродажами, да. То есть бывают интересные вещи, но такой массовости, как Гербеста, не было. Поэтому дополнительный аккаунт там создавать мне как-то не приходилось. Но здесь, оказывается, нужно было. Действительно, игрушка классная. Я не помню, будет скрин... будет скрин покупки, то есть там, ну, доллар с чем-то, по-моему, обошлось. Вот, это вот вот этот вот зверун и яйца динозавра. Яйца динозавра, я их мочить не буду. Единственное, скажу, что нужно их ложить в холодную воду, да, там, или комнатной температуры, потому что если в горячую воду положить, они потом разлезутся и превратятся в такой слизняк. А если в холодную, то можно надолго ложить, они там вылупляются за пару часов, но можно и до утра оставить, и утром будет еще хороший этот динозаврик. Единственное, что да, игрушка такая... как бы временная, ну, то есть один раз поигрался ей, превратился он, и потом уже поигрался 1-2 дня там с тем, что вылупилось, оно просто как бы такое, из материала такого растворимого, поэтому есть у меня, в общем, обзоры, и там есть каша, в которую превратились, по-моему, эти яйца, по-моему, это все в видео в том есть, поэтому я их трогать не буду, вот яички есть, ссылка на них будет в описании, и на этого чудо-юдо, и на акцию будет ссылка, у нас
Есть канал в Телеграме, подписывайтесь, называется China Goodbye, который, в котором выкладываются все эти скидки, акции, ну, в принципе, по которым я это все и покупаю, что у меня в обзорах. И есть у нас еще появился теперь бот в Телеграме, который следит за ценами. Вы можете абсолютно любую ссылку на любимый товар, ну то есть большинство магазинов популярных он уже поддерживает. Вставляете ссылку на товар, который вам необходим, и если появляется в канале купон на этот товар, вам придет уведомление. И если цена изменится в меньшую сторону в магазине, там флеш-сейл или распродажа какая-то, вот если в магазине цена поменялась, вам придет уведомление, вы сможете спокойно это все купить, если цена вам подходит. Вот, бот бесплатный абсолютно. Ну и давайте теперь попробуем собрать вот эту вот штуку. Что нам для этого понадобится? У нас здесь есть все или не все? Вот такая вот плата. Я не знаю, паять нужно здесь что, не нужно. Вот такая вот штука. Вот. И такая. То есть три части. Куда-то это что-то, куда-то все вставляется. А инструкции нету. Вот так вот, ребят. И, наверное, это нужно паять будет. А ну давайте посмотрим все детальки, которые тут есть. Да нет, паять, наверное, не нужно. Вот это сюда, наверное, ставится. Ну почему оно больше? И что это такое? Я, если честно, не до конца понимаю тут половины. Ну, там, подшипник знаю, что это такое. Ну, вот, не знаю. Ну, печатная плата. Я знаю название. Печатная плата. Вот это вот, я так понимаю, для батареек место. Но, получается, сюда это нужно приклеивать. Или как? Или это нужно припаивать. Получается, я думал, это все можно собрать, не используя паяльник. А здесь оказывается, что... так, вот это вот... Это в коробочке, микросхема в коробочке, ее нужно припаивать, я понял. Друзья, ну я, если честно сказать, не могу так сразу это все спаять. У меня есть уже, недавно купил я вот такую вот штуку для паяльника, но для такой тонкой работы я не готов еще. То есть это нужно хорошее расположение духа. Это получается диодные лампочки. Их нужно будет куда-то здесь припаять, наверное, или куда? Вот здесь, наверное. А, вот они вот эти вот контактные ножками должно быть сюда припаиваться в ряд, получается. И подшипник, заглушечки для подшипника, чтобы он крутился. Вот, ну и разные еще всякие штуки. И вот еще что-то. Вот, ну давайте я вам близко вот так покажу. Вот, эти штуки все. Собрать я не смогу, я собрать это все, к сожалению. Кто в начале видео только ради этого и смотрел его весь, простите. Я соберусь с мыслями и сниму отдельное видео, как я это все собираю. Но я думаю, что это будет, наверное, не сразу, потому что мне нужно будет посмотреть и как минимум взять паяльник и разобраться, как его правильнее припаять, потому что мелкие детальки у меня не получается паять хорошо. Вот, ну на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Вот сюда, там лайк, ставьте лайк, а не то укушу!